проигравший в кибертурнире устроил стрельбу в США. Мужчина устроил стрельбу во Флориде после проигрыша в видеоигре. Преступник застрелил минимум 4 человек и ранил 11. В торговом центре Джексонвилл Лендин в американском городе Джексонвилл, штат Флорида, в воскресенье, 26 августа, произошла стрельба. По словам очевидцев, стрельбу открыл один из участников соревнований после того, как проиграл в видеоигре. Молодой человек застрелил минимум 4 человек, ранил 11 и покончил с собой. О происшествии доложили президенту США Дональду Трампу. В сети появилось видео момента стрельбы на соревнованиях по киберспорту. На кадрах запечатлена прямая трансляция турнира по игре Madden NFL. В какой-то момент на записи раздаются выстрелы и крики. После этого эфир обрывается. Вровно таксист открыл стрельбу по пассажирам. Напомним, ранее стрельба произошла во время школьного матча по американскому футболу в городе Виллингтон в штате Флорида. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://temi-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.